QA-инженер, который тестирует любовь. Любовь, она же для всех. Любовь? Любовь — это... У каждой пары своя технология. С помидорами, пармезаном и зеленью. Люблю любить. Профессионал. Мне от тебя нужен анекдот. Сиди ты. Как я смотрюсь в кадре? Если что, это у меня в первый раз. Картошка. Торт медовик. То есть и только его кушать. Шашлык. Оливье, конечно. Блинчики с вишней. Наверное, стейк. А это будут вареники с капустой. Мороженое. Борщ. Кофе, однозначно кофе. Две чашечки с утра. Сырники. Гороховый суп. Гороховый суп. Дьявол носит Прада. День сурка. День сурка. Это начало с Леонардо Ди Каприо. Прямо начало. Инсепшн. Терминал. Другой терминатор. Выживший. Матрица. Войны Пентагона. Java. JavaScript. Java. Java One Love. Java, потому что там чашечка кофе. Наверное, плюсы. Python. Певно, ассемблер, бо він самый важкий. Да какая разница, каким языком написана любовь? Главное, чтобы это была любовь. Вечность. Бесконечность. Вечность, наверное. Вечность. Мгновение. Люби его и фиксить. Дебажить. И пиши. Дебажить. Переписывать его. Люби его и переписывать иногда. Билдить. Клацать бэкспейс. Продать. Виправлять. І гладити кота. Отримувати баги від QA-ів. І на мітинги ходити 5 разів в день. Любі відстаювати його на рев'ю. Любі і відвлекатися на свою дівчинку. Ох. Будь-який справжній QA-інженер, він інженер по любові. По технологии это будет блэкбокс-тестирование. Да. Регрессионное тестирование, стресс-тесты были бы. Немножко Cypress, немножко Selenium, немножко Coffee.js. У меня есть профайл в Тиндере, и там написано. Что я люблю петь и плавать. Ищу своего человечка. Замість тебе навчу твою бабусю користуватись компьютером. Не знаю, что я женат. Красавчик. Люблю собак. Счастливо удруженный. Маю двух детей. Расскажу, что я спаяла за последнюю неделю. На всякий случай. Сейчас мы сыграем в одну игру. Если я его принесла, значит, были цели. Потому что я знаю, что такое канифоль. Для честных ответов. Любовь – это комплексное понятие. Для меня, наверное, это доверие. Жизнь. Любовь – это каждый день работа над собой. Дичь. Но если накосячишь, то… Довіра. Ставиш інтереси другої людини важливіше за свої. Внезапні емоції. Понімання. Взаємопонімання. Взаємність. Це класне відношення. Любов – це бабочки в животі. Це щастя.